Меня зовут Любовь. Я старшая сестра Алексея. Алексей у нас самый младший. Алексей, он отзывчивый. Он всегда готов прийти на помощь и родным, близким, и абсолютно посторонним людям. Он толерантен, умеет уважать мнение других людей. Он общительный, легко находит общий язык и с детьми, и с людьми преклонного возраста. Ко всему относится с ответственностью, будь то работа или домашние дела. Алексей почитает родителей и уважает их. Алексей Николаевич, бывший студент нашего Тарменского технологического техникума группы СХП-141. Только из такого способного, дисциплинированного, организованного, талантливого, творческого студента смог вырасти такой прекрасный молодой педагог. Познакомились с Алексеем Николаевичем в ту пору, когда он был еще студентом нашего сельскохозяйственного отделения. Парень учился на мастере сельскохозяйственного производства и хотел связать свою жизнь с выращиванием сельхозкультур, работая на сельхозтехнике, работая с землей. Но получилось так, что пришлось ему гораздо раньше перейти на профиль педагога, потому что по состоянию здоровья человек решил связать себя и свою дальнейшую судьбу с воспитанием детей, с передачей ему своего небогатого опыта, учится вместе со студентами. На данный момент является студентом третьего курса Троицкого технологического техникума. Хочу сказать, что мечта работать с землей с детства, которую привил ему отец, я думаю, что все у него получится, потому что желание и стремление у парня есть, глаза горят, дай Бог ему удачи. Алексей Николаевич – наш молодой специалист, мастер производственного обучения на сельскохозяйственном отделении. Он ответственный, добросовестный работник, готовый прийти на помощь в любую минуту. Умеет найти подход к студентам. Несмотря на молодость, студенты уважают его за его профессионализм. В коллективе пользуется авторитетом, активный, энергичный, находится в постоянном творческом поиске, участвует во всех проводимых мероприятиях техникума. Иногда бывает в жизни так, что ты встречаешь человека и понимаешь, человек надежный, человек обстоятельный и человек, который вызывает чувство уважения. Вот все вот эти характеристики, они как раз применимы для Алексея. Обстоятельный, надежный человек, который вызывает уважение и который может помочь в трудную минуту, который спокойно делает свою работу, который знает, какой результат он хочет получить и обычно получает этот результат. Поэтому я желаю Алексею, чтобы у него все сложилось хорошо, чтобы он победил в конкурсе, чтобы он был доволен своим результатом. И, как говорили раньше, главное не победа, главное участие. Ну а победа все равно будет за нами. Спасибо.